Грибочки-то какие. Шампиньончики. Лучок сейчас подрумянится. Шикарно готовить на такой глубокой сковороде. Прям сейчас понимаю, что глубокая сковорода — это просто супер. Это супер. Она глубиной, наверное, я не знаю, сколько она у нас. Сантиметров, может быть, 10. Наверное, 10, да. Грибами-то как пахнет. Просто вкусно, привкусно. Обалденно. Картошку еще сварим задним. Тесто сделаю нынче на яйцах. В тот раз сделала просто. Почему-то тоненькое тесто разваривалось. Сегодня добавила 2 яйца. Не знаю, посмотрю. Лучше вымесить по-хорошему, чтобы тесто не разваливалось. Ну и не делать его шибко тонким, потому что делала я тонким. Начинка почему-то вываривается. Сегодня я делаю не вареники, а пельмени с грибами. Хочу их завернуть просто вот посильнее вот так. И все. Хотела посмотреть, как делают более такие красивые завертыши. Ну, форму другую пельменям придают. Но вообще в YouTube прям вот не хочу заходить. Быстрее доделаю. Пусть будет пока так. Ну чё, что упал-то? Сейчас я все равно тебя быстренько сварю уже.
Быстренько сварю. Сейчас маслица чуть-чуть добавлю. Вот. Я думаю, можно будет кушать. Вкуснотища. Приятного всем аппетита. А я буду есть.